От Брянской области в совещании приняли участие губернатор Александр Богомаз, председатель Брянской областной думы Валентин Субот, в Рио заместителя губернатора Брянской области Сергей Тимошенко. По словам Марата Хуснуллина, несмотря на распространение коронавирусной инфекции, дорожные службы достойно справились с поставленными задачами и даже перевыполнили план. Развитие дорог остается и основной из поставленных задач для руководства Брянской области. В этом году мы лидируем и бьем уже поставленные рекорды. Брянская область по предложению Марата Хуснуллина стала первым пилотным регионом, где будет реализован новый общероссийский проект по созданию условий для повышения безопасности пешеходов на дорогах. После реализации проекта на Брянской земле он будет проектирован во все остальные регионы. Всего за 5 лет в Брянской области в нормативное состояние приведено более 2375 километров автодорог. Отдельно по программе «Устойчивое развитие сельских территорий» с 2015 по 2019 годы построено и реконструировано почти 140 километров автодорог. Самые масштабные стройки – реконструкция путепровода через железнодорожные пути станции «Брянск-1», строительство Первомайского моста, Литейного, а также моста в Жуковке. С опережением графика ведется строительство важнейшей автомагистрали, которая соединит Володарский и Фокинский районы города Брянска, защитные дамбы «Брянск-1», «Брянск-2». Строительству этих объектов дана высокая оценка со стороны правительства Российской Федерации.